Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Shantakaram Bhujagasayanam Padmanabham Suresham Лакшмикантам Камаланаянам Йоги Бидхьянагамам Банде Вишну Бхававайохарнам Сарвалокайканатам Сарвалокайканатам Сампрадай Вихинаджи Мантраха Те Нисфала Матаха Сампрадай Вихинаджи Мантраха Те Нисфала Матаха Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур told that the... Гаурия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Тхакур, Прабхупад сказал, что настоящая... То есть настоящая черта Садгуру – это его уникальный Харибаджан. В чем же отличие, в чем же уникальность настоящего Садгуру? Шрила Прабхупад говорит, что его уникальный баджан, все 24 часа Шрила Прабхупад говорил, что Садгуру Ачарья, он всегда занят в Харибаджане круглосуточно. И его уникальный баджан – это его особое качество, то, что он всегда круглосуточно занят в Кришна-баджане. На самом деле, я уже вчера говорил, что есть четыре авторитетных сампрадая, одобренных Верховным Господом, не только одобренных, но и Господь послал каких-то своих представителей через эти четыре авторитетных сампрадаи. И вот по желанию Верховного Господа у нас есть эти четыре авторитетных сампрадаи в этом мире, которые полностью одобрены Верховным Господом. И очень важно, что без связи с какой-либо из этих четырех сампрадай, мы не можем совершать настоящий баджан. Мы, конечно, можем пытаться, но по-настоящему настоящий баджан невозможно совершать, не имея связи с этими четырьмя авторитетными сампрадаями. Это не какая-то дискриминация, это источник силы, откат эти сампрадаи. Например, у нас свет сейчас горит здесь. И если выключить электричество, то мы света уже, электрического света уже не будет, мы не сможем его включить. Если какой-то главный рубильник выключен, весь дом выключен, то мы не можем в нашей квартире иметь какой-либо свет. И также мы должны иметь связь с главным этим электрическим, с источником электричества. И также эти четыре авторитетных сампрадаи, они подобны таким источником, таким электростанциям. И если вы когда-то слушали Харикатху, то вы можете чувствовать, что Харикатха, она отличается от каких-то лекций. И если это настоящая Харикатха, то вы можете чувствовать, что тот саду, который говорит Харикатха, у него есть связь с Верховным Господом. И тогда Харикатха исходит из него, подобно потоку воды. И Джива Госвами Пад Сандарбхах много раз говорил, и я еще раз повторю вот эти слова. Бхакта, значит, есть два вида тех, кто говорят, дают наставления. Первые, те, чье сердце чисто от всех материальных желаний, дадите вы им что-то или не дадите, они совершенно не заинтересованы в этом. Они говорят Харикатху только для того, чтобы получить милость Верховного Господа и для его удовлетворения, для спасения всех живых существ.
И в моей жизни и такой саду главной миссией его жизни это спасти всех обусловленных душ. It's not good. You come here, do bhajan properly. This is the mood of a pure Vaishnava. I mean, Vaishnava is full of compassion, but ordinary people misunderstand him. They say he is merciless. The thing I already told you. Actually, на самом деле иметь связь с четырьмя сампрадаями, авторитетными, с четырьмя авторитетными сампрадаями, это очень важно. И у нас есть связь с Мадхава сампрадай, и поэтому и поскольку у нас есть связь с Мадхава сампрадай, поэтому мы можем заявить, что мы принадлежим к Брахма Мадхава Гауди сампрадай, и в этом нет никаких сомнений. Все говорят так. Вишвана Чакравати, Баладева Дебушина и вся остальная наша Гурварга. И вот, а кто-то может сказать, что у нас есть... Какие-то люди, они хотят доказать, что они более свободны, что им не нужно ничему следовать, никаким сампрадаям. И это обман, это ложное представление. И те, кто говорят так, они обманщики. Кто-то говорит, что они находятся в каком-то нейтральной сампрадае, не относящейся ни к какой-либо из сампрадай. Но если с другой стороны посмотреть, если они находятся в какой-то нейтральной сампрадае, то они тоже в каком-то лагере находятся, так или иначе, даже в нейтральном. И вот слово сампрадая, если разделить согласно санскритской грамматике, то получится вот на эти слова, на четыре слова сампрадага, и сам значит самак полное, про дать что-то, и значение этого слова значит, что дать полностью изначальную силу, милость сиданту сампрадай в таком виде, каком она есть. Если вы хотите передать какому-то следующему участнику, то это должно происходить через сампрадай. Сампрадай не значит, что это будет искажаться. Это значит, что это будет переходить в том изначальном первозданном виде. It's very nice. Anyway, if you like to, you know, и так или иначе, если вы хотите получить учение наше изначальное сахасты, если вы хотите сохранить наше учение, то вы должны have some special teaching, special siddhanta, exclusive. So sampradaya, this word is not at all a conservative attitude. Anybody like to get his teaching, I mean siksha or power flow in a very intact way, it is a must. To get control over this procedure and the flowing system. Чтобы это знание текло в таком первозданном виде, оно должно течь через сампрадаю. Это подход сохранения знания в его первозданной форме. Зовется сампрадая. То есть наше сохранение учения в таком виде, в котором оно есть, зовется сампрадая. Сам значит полное, прадан значит дать полное знание. И мы не можем
следовать представлению каких-то людей, которые заявляют, что они свободны от всего, им не нужно ничем следовать. И таким образом, сегодня мы получили полное представление о Сампрадае. И мы принадлежим Мадхава Гауди Сампрадай. И кто-то хочет сказать, что я уже сказал, что Мадхвачарья, он был здесь, Рамануджачарья, он также приходил в Навадвипа Даму, Нимбарка и другие ачарьи, и все они получили милость Гуранги Махапрабху, но особая милость была с Мадхвачарьей, и где Шри Чайтанья Махапрабху явился в своей золотой форме, он явился и благословил Мадхвачарью, что он явится в его сампрадаю. И Мадхвачарья получил полную милость в Ясадева. Ясадева – это Шактивеша, Шактивеша Аватара, Верховного Господа, в то время как Шри Чайтанья Махапрабху, он сам изначальный Верховный Господь. И Мадхвачарья, он получил полную милость в Ясадева. И нету отличия между ними, и мы очень уверены в том, что наш ачарья, он ведет нас должным образом. И вот четыре сампрадаи, они все авторитетные, но я вчера был вынужден сказать, что сампрадая Мадхвачарьи, она более продвинута, поскольку она занимается опровержением Сиддханты Майвады и распространяет бхакти. И вот в сампрадае Мадхвачарьи они верят в Кришна Лилу, хотя Мадхвачарья хотел, ограничить это, но из его наследия мы видим, что он был очень заинтересован в Мадхурья Баджане. У нас нет права критиковать ачарьи, которые приходят сюда по Верховному Господу, по воле Верховного Господа, но можно видеть, почему один ачарья одно говорит, а другой ачарья другое, почему так происходит. Но смотрите, перед тем, как отправить соответствующих ачарьи, Верховный Господь дает им какие-то наставления, что они, о том, что они должны делать. И вот как, какие же наставления дал Господь Шанкарачарье. И наставление Шанкарачарья сказал, что Верховный Господь сказал Шанкарачарье, чтобы он отправился в этот материальный мир и проповедовал Майваду. И Шанкар Бхагаван получил такие наставления от Верховного Господа, что в форме Шанкара он должен проповедовать Майваду. А почему? Но внутри Шанкара он полон бхакти преданности. Вайшнаванам, вот в этой шлоке говорится о его славе. И вот
И мы не имеем права критиковать Шанкарачарью, но мы имеем право в то же время опровергать его сиддханту, поскольку это майвада, но мы не должны обвинять его, поскольку он выполняет волю Верховного Господа. Но будьте внимательны, что Шанкарачарья, когда он явился в этот мир, то ситуация в этом мире была очень токсична, и буддисты, они захватили власть в мире, и поэтому в то время было очень важно отправить такого могущественного ачарью, который хотя бы немножко смог исправить ситуацию, поскольку буддисты, они открыто говорили, что они не верят ведам, а Шанкарачарья where is said that by the instruction of Supreme Lord? Shankaracharya externally putting Veda. А Шанкарачарья внешне показывал, что следует ведам, но Махапрабху Чайтанья Читамрити сказал, что... И он сказал вот эти слова, что... А в том, что буддисты не верили ведам, а Шанкарачарья он заявил, что он верит ведам, но своим поведением он этого не доказывал. И но в то время была такая ситуация в мире, что это нужно было бы сделать. Что нужно было кто-то, кто хотя бы опровергнет учение Будды. И поэтому он отправил Шанкарачарью проповедовать майяваду. Смотрите, Мадхвачарья, он позже был, а до него был Рамануджачарья. Рамануджа, значит, он младший брат Рамы. Понимаете? И я могу объяснить, что Куреш, он был лучший из учеников Рамануджачарьи, он Раманша, он частичная аватара Господа Рамы. Но вначале я хочу сказать о Рамануджачарье. Он был очень могущественный ачарья. Он явился в Южной Индии. И вот четыре могущественных ачарьи, они все явились в Южной Индии. All four important acharyas, they all took birth in South India. Follow, South India. So now Madhvacharya. И вот Мадхвачарья. I already told. Now I am going to speak about Рамануджачарья. Рамануджачарья. И Рамануджачарья, он near Kanjivaram. Явился рядом с Канчипуром, и там был город Бутапур, назывался, сейчас Мадрас называется. И вчера я сказал, что рядом с Тривандрумом, он произносится не как Тривандрум, на санскрите Тривандам. Мы Тривандам произносим более упрощенно, но это неправильно. Тривандам более приближено к санскритскому произношению. И вот там, рядом с Мадрасом, место под названием Махабутапури, и там этот великий ачарья, ачарья Бхакти, он явился в семье чистого брахмана. И вчера я хотел много сказать о Сиддханте Мадхвачарьи, но времени мало было, и в следующий раз я могу более подробно рассказать о его Сиддханте. И сегодня я попытаюсь продолжить, если времени хватит. И вот
Вот он явился как Мадхвачарья, так и Рамануджачарья. Они оба родились в чистых брахманских семьях высокого класса. И имя его отца было Кешавачарья, а мать Кантимати. А отца звали Кешавачарья. Они совершали баджан Верховному Господу. Они возносили свои молитвы Верховному Господу и совершали аскезы. И Верховный Господь был доволен ими, и Он хотел послать им такого сына, который мог бы стать великим. Великим Ачарьей в Вайшнавской сампрадае. И вот Рамануджачарья явился. И сегодня Тити, когда Рамануджачарья оставил свое тело, сегодня день ухода Шилы Рамануджачарьи. И с самого рождения Рамануджачарья он был полон бхакти. И вот подобно, и когда, подобно тому, когда учителя Прохлады спросили у Прохлады, откуда он получил это Кришна Бхакти, мы ж тебя не учили. И царь был очень разгневан, потому что он отправил Прохлада в школу не для того, чтобы он изучал Вишну Бхакти. И Шанда и Марха, они попросили прощения у него и сказали, что мы никогда не учили его Бхакти. А откуда он об этом узнал, мы не знаем. Он автоматически как-то об этом узнает. И учителя Прохлады Махараджа разозлились на Прохлада и спросили, откуда же он узнал о бхакти, поскольку мы никогда не учили тебя бхакти. И Прохлад Махарадж сказал, что на самом деле это невозможно для кого-либо дать мне Кришна бхакти, только гуру Вайшнава не могут даровать его. И таким же образом, кто и вот Нарада, он гуру Прохлад Махараджа и Друва Махараджа. И в этом случае мы видим, кто же учитель Рамануджачарьи. Кто-то спрашивает у меня, что этот мальчик родился, но он преданный, автоматически преданный, уже был преданный. И откуда он узнал о преданности? А я говорю, что преданность — это не какие-то временные вещи, а душа, она вечна, в отличие от тела. Может, этот мальчик, он был преданным в прошлой жизни, и сейчас он продолжает свой баджан с прошлых жизней. То есть, если какие-то дети с самого рождения автоматически становятся преданными, то удивляться этому не стоит, поскольку они наверняка в прошлой жизни были преданными, а в этой жизни всего лишь продолжают свой баджан. А гуру, он вечен, и вот как в этом киртане подтверждается то, что, возможно, у него был садгуру в прошлой жизни, и он так или иначе оставил свое тело и родился в следующем рождении. И такой же случай с Гаджендрой, он, когда он... Гаджендра... Во время опасности он вспомнил свое прошлое рождение. И вот, будучи слоном, он вспомнил о том, чем он занимался в прошлой жизни, что он был царем Индрадьюмны. И
совершил какое-то оскорбление и был вынужден родиться слоном. И вот в Гаджендра Мокше говорится, что он вспомнил все то, что он получил в своей прежней жизни. И вот таким образом Рамануджа Ачарья, он не какой-то обычный человек, он Рам Ануджа Лакшман. И вот если мы можем видеть, что он преданный с самого рождения, что плохого в этом, он особый ачарья, посланник Верховного Господа. И вот Рамануджа Ачарья, он с самого рождения вел себя как преданный. И когда он был маленьким мальчиком, он видел, что один преданный Канчипурна каждый день ходит, чтобы поклоняться Господу. И так каждый день он ходил, и Рамануджа Ачарья, когда он увидел его первый раз, он понял, что он великий преданный. И он в один из дней он пригласил его, что: «О, Прабху, если вы примете просад в нашем доме, это очень благоприятно будет для нас». И вот без разрешения отца и матери, этот Рамануджа Ачарья, будучи маленьким мальчиком, он пригласил Канчипурну принять просад в их доме. И он пришел, принял просад, и этот Рамануджа Ачарья, он сам служил ему. И после того, как он его накормил, он он предложил ему отдохнуть и хотел сделать массаж его стоп. А Канчипурна испугался, что: «Смотри, ты происходишь из чистой брахманской семьи, а я какой-то шудра, и как ты можешь массировать мне стопы?» И Рамануджа Ачарья сказал, что: «Как ты можешь говорить об этом, поскольку Вайшнав, он не может быть шудрой, как пример с Харидас Такуром, несмотря на то, что он родился в низкой семье, но он намачарья, и он выше всех каст». И поэтому это очень те, кто становятся вайшнавами, то глупо размышлять о том, в какой касте или в какой ване они родились. И Канчипурна, он был чистым преданным, и Рамануджа Ачарья с самого детства он хотел утвердить такую вайшнава сиддханту. И вот Рамануджа Ачарья сказал: «О, Прабху, как ты можешь так говорить?» Поскольку вайшнав — это титул вайшнава, качество вайшнава — это больше, чем брахман. Ты полон бхакти, поэтому, несомненно, ты вайшнав. И вот следующий пример, преданный был Шатакоп, его как-то так звали, он был преданным, и другой преданный тоже, он родился в низкой семье, в семье шудр, но когда он стал вайшнавом, все брахманы и вайшнавы уважали его за его святые качества. Я забыл, к сожалению, как зовут его. И вот... Anyway, I can remember. So, Ramanuja Jaya giving argument. How you can speak this way? Where those who are having Krishna Bhakti, Vishnu Bhakti, devotion, they are much more than Brahmins. So, I'm very sorry to hear this kind of siddhanta from you. Anyway, he was humble enough to speak this way. Not that he not knowing any siddhanta, he was still speaking this way. So now actually, и вот в один из дней Рамануджа Ачарья, он захотел получить образование, он был уже достаточно, попал, немножко повзрослел, и он был очень умен, у него было
он был же так же талантлив, как Мадхвачарья. У него была великолепная память, то, что он один раз слышал, он это запоминал и ему повторить, ему достаточно было один раз услышать что-то, и вот он стал великим пандитом в очень короткое время, и впоследствии он захотел изучать Веданту. И вот он отправился в Канджаварам, там был Ядвачарья, и в то время Ядвачарья, он был следующим в Веданте, и он, Рамануджачарья, пошел к нему, чтобы чтобы изучить Веданту. Но Ядвачарья, он был майавади, и он был из Шанкар Сампрадая, и всегда говорил о майавади. И Рамануджачарья, он вот я вспомнил, Мадхвачарью звали до принятия саньяса Васудев. Рамануджачарью звали Лакшман Деши. До принятия саньяса. И вот Лакшман Деши, он захотел отправиться в Канчипурам, чтобы изучать Веданту. Но так или иначе, что через служение Ачарье мы должны только получать образование. И Кришна сказал уже в Бхагавад-гите, что если вы хотите получить Таттва-сиддханту, то И вот Кришна говорит Арджуне, что будь уверен, что ты должен служить Ачарье, и не служа Ачарье, невозможно получить знания. Если мы кому-то кланяемся, просто сказать «Дандавата» и «Ванчакалпа Тарубыща» — этого мало. Вот мой Гуру Махарадж говорил, что их поклоны не научны, поскольку они не кланяются мне умом. Если вы отдадите свой ум Гурудеву, то Гурудев примет его, очистит и вернет вам назад, и вы сможете совершать Кришна-бхаджан. Многие люди дают Гурудеву какие-то материальные вещи, подношения, но не ум. А если вы свой ум предложите Гурудеву, то тогда Гурудев будет очень доволен вами. И вот Пранипат, значит, вот Гурудев говорил, что они не кланяются мне по-настоящему, сердцем они не кланяются, они говорят «Ванчакалпа Тарубыща», телом кланяются, но не умом. И Пранам, их Пранам, Пранипат, он не совершенен таким образом. Парипрашна, значит, не спрашивать какие-то бесполезные вопросы, чтобы проверить Гурудева, поскольку Гурудев — это не справочное бюро. И вот эти вопросы — это не парипрашна. Что такое парипрашна? Парипрашна — это вопрос без какого-либо ложного эго, если вы хотите найти решение для всей вашей жизни, и это зовется Пранипат и Парипрашна Севая. Мы должны служить всем своим сердцем. Какое служение Брахмачари или Саньяси могут делать в Бхагаватам, это описывается, но
Но это особо никто не изучает. И вот суть в том, что там говорится о том, как те, кто брамачари, как они должны вести свою жизнь в доме Гурудева. Также мы должны служить Гурудеву, даже Рамачандра, Бхагаван Шри Кришна, они служили своим гуру, а что говорить о нас? И Кришна Бхагаван также он служил своему Гурудеву, и Гурудев благословил Кришну. Смотрите, Кришна сам Верховный Господь нам. Гуру, он благословил его, что все знание о Ведах, о Веданте, оно явится в твоем сердце. И вот Гурудев благословил Кришну таким образом, и Кришна получил полную Гуру Крипу, милость Шри Гуру. И также Рамачандра, Шри Читанья Чандра, он тоже обрел полную милость своего Гуру. А если мы не получили милость Гуру, то что делать? И вот Рамануджачарья, он принял решение служить Ачарье. И вот иногда случается, что Канчипурам был царь, его дочь этого царя, она она собиралась замуж, но какое-то привидение оно вошло в тело этой дочери, и царь не знал, что делать. Что ж, тут три дня до свадьбы остается, она стала бесновата, и что делать? И он очень беспокоился, и он послал сообщение Ядавачарье, поскольку Ядавачарье знал мантры для избавления от привидений. И вот Ядавачарье пришел. Что случилось? И сказали, что моя дочь, вот она стала бесноватой, выгони этого беса из нее. И Ядавачарья начал произносить мантры, окроплять ее святой водой, а это привидение очень разгневалось на Ядавачарью и сказала, что if you can get the water washing, этот привидение сказало, что если его опрыскать водой, омывшей лотосные стопы Лакшмандеши, Рамануджачари, то только тогда он сможет покинуть это тело. И вот и вот привидение начало рассказывать, что в прошлой жизни оно было змеей, которая появляется во время наводнения. Это такие особые змеи, не на крокодилов, чем-то похожи. A bit. Usually now there now. If they are heavily disturbed, then they can. Then ghost speaking, he was actually gosa. He was gosa, snake, previous life. But somehow he have had the opportunity to take the food remains from the plate of Uchista of a Vaishnava. I mean Uchista plate is there. Everybody throw a leaf. But a snake somehow go and taking licking that uchista of a pure Vaishnava, and now this life he is getting this body, Brahma. So you see, so you have no power to drive me. Это привидение сказала Ядавачарья то, что он был змеей в прошлой жизни, которая появляется во время наводнения, и эта змея, по милости Господа, она смогла съесть
остатки пищи с тарелки Вайшнава, и поэтому стал браманом в следующей жизни. И вот так. И провидение сказало, что до тех пор, пока твой ученик Рамануджа Ачарья, ты не обрызгаешь меня водой, а мышь его стопы, то я не покину тело этой девочки. И тогда они сделали как сказал это привидение, и это привидение оставило эту девочку. Но с того момента Ядавачарья, он стал завидовать Рамануджа Ачарье. И вот Ядавачарья, он писал комментарий к чему-то, и он сравнивал глаза Господа, они красные, как и вот Ядавачарья, он сравнивал глаза Господа с задницей обезьяны, что они такие же красные. И Рамануджа Ачарья видит такое ужасное сравнение, то он начал плакать от такого грубого сравнения. И в то время Ядавачарья, когда это писал, Рамануджа Ачарья начал плакать, и слезы капнули на спину Ядавачарья. Он спросил, что случилось, а Рамануджа Ачарья сказал, что вот ты сравниваешь глаза с Господа таким грубым образом, и это неправильно. И Ямуначари спросил, а как же еще написать? Kongmin water. Мене, actually, Kong, Jalam, Pi, Pibati, it is Surya. Surya means sun god. Follow what I say. Kopi, Kong, Kong mean water, Pibati by is called actually sun god. Kopi, Kong Pibati is sun. So how and actually it is Kapisham Asdhatu actually is to express gradually. Kapisham. In this kind of word, I forget actually. So actually, the meaning of this word is Kong means water. Actually, sun god drinking water by is giving scorchy sunlight after the drinking water. Kong pibati, Kong means water, pibati pi means pan drinking by sun god. Sun god. So as dhatu explaining expansion. So Ramanuja is going to explain this way. This word. И вот Рамануджа Ачарья предложил свой вариант, что по силе солнца, когда солнце восходит, то цветок лотоса он распускается. So this way Ramanuja is giving nice explanation. И таким образом был, что и глаза Господа, лотосные глаза Господа, они подобны лепесткам цветка красного лотоса, когда он раскрывается под лучами солнца. И Ядавачарья разгневался, что как так можно объяснять. Я поражен каким-то своим учеником, он разгневался и начал
и сказал, что, что, что твой вариант, он неправильный, что Шанкарачарья лучше написал, а твое объяснение вторичное, оно не имеет такой силы, как Шанкарачарья. И таким образом он... This boy он, going to become a big acharya. Но я думаю, ачарья, он понял, что этот мальчик Рамануджа ачарья, он вскоре станет великим ачарьем, и он разрушит философию Майявады. Я уже говорил, что Шанкарачарья, он кевал Адвайта Вад, Рамануджа Ачарья, Вишишта Адвайта Вад, Амадва Ачарья Адвайта Вад. Анибарка Ачарья Ведадвет Вад Двайта Адвайта, а Вишну с вами Шуда Адвайта Вада, Бхаскара Ачарья, который позже пришел, он упадик веда веда ват. То есть так много различных философов, различных философий с каждым ачарьей. То есть у каждого ачарьи свое видение, свой даршан. Но и все ачарьи, они, смотрите, отличаются друг от друга. Они верят в основное, но преданность, но у них какие-то отличия есть. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху явился в этом материальном мире, то Шри Чайтанья Махапрабху, он видел, что происходит во всех четырех сампрадаях, и дал уникальное решение Ачинтья Беда Абьяду Татву. И Шри Чайтанья Махапрабху дал нам такую сиддханту Ачинтья Беда Абьяду Татву. И через эту Ачинтья Беда Абьяду Татву можно гармонизировать всю философию всех четырех сампрадай. Она научным образом гармонизируется там. И вот и наш Татва Ачарья Джива Госвами Пат, он утвердил нашу философию. И вот Ядва Ачарья, он понял, что этот мальчик сегодня или завтра станет великим Ачарьей, и он разрушит всю Майяваду. И лучше, если его убить сейчас, не откладывая. И вот он... Another day when from Upanishad Satyam Gyanam Ananda. И вот он начал планировать, как его убить. So this Tata when Jadavacharya is planning. И вот однажды Ядавачарья объяснял какую-то шлоку из Упанишад, и Лакшмандеши смиренно сказал: «О Гурудев, вы говорите так, как будто вы хотите утвердить безличного брахмана, но бхакти, оно другое, поскольку Верховный Господь, у него есть вечные качества, и поэтому лучше объяснить по-другому». И вот Рамануджа Ачарья объяснил эту шлоку гораздо лучше, и Ядва Ачарья подумал, что он меня опять оскорбляет, он так юн, а уже так учен, и поэтому лучше его убить сразу, чтобы не оскорблял меня. Оскорблял имеется в виду, лучше объяснял шлоки, чем его гуру. И вот он сказал: «О, Лакшмандеши, я хочу принять омовение в Аллахабаде, хочешь ли ты пойти с нами?» Он согласился, и вот все студенты вместе с Лакшмандеши и вместе с Ядва Ачарьей они пошли и спланировали, что Vindharanya forest, Vindhachal forest, you know? Vindhachal Prabhupada, you heard the name? Vindhachal in South India?
дойдут до определенного леса, Бриндачал, как-то там так его, Бриндачал лес называется, это граница между Южной и Северной Индией. И в том месте полубоги Бриндачарья, они сражались. Бриндачарья, может, вы слышали, такой демон был. Вритрасу? Ну? А, Вритрасу. Вритрасу. По-другому Бриндачарья его по-другому звали. И вот где Вритрасу Сындра сражался, это в том месте, граница Южной и Северной Индии. И вот and backside all, and a student coming, they want to throw Lakshman Desik into deep forest, so the tiger and lion can come and. И вот они решили кинуть Лакшман Деша Рамануджачарью в лесу, чтобы его дикие звери съели. И вот такой у них план был. This way, actually, they are planning. But Govinda is a cousin, actually. Ну вот там был один Говинда, который был и вот Говинда сказал ему, что его собираются убить, и лучше ему убежать. И вот Лакшман Деша, он убежал. И вот Ядавачарья, когда смотрел, что Говинда пришел и спросил, где твой, это же Лакшман Деша, ответил, я не знаю, я думал, с вами же идет. Как с нами? С нами нет, может, потерялся где-то. Ядавачарья решил, может, он сам помер. И мой план стал успешен, и поэтому можно отдохнуть. Никто не будет мне мешать в будущем. И тем временем, когда Лакшман Деши, он бежал по лесу, и после этого он очень устал, и он не знал, куда идти, заблудился в лесу. Поскольку везде лес на все четыре направления. И он молился Верховному Господу, куда, где, как идти. И встретился с каким-то охотником, охотник с женой. Они куда-то шли. Он встретил их и спросил, куда идете. Он сказал, что мы идем в храм Бхаратраджа. Давайте я с вами пойду, мне тоже туда нужно. И вот хорошо. И вот они пошли вместе и по дороге ночью решили переночевать под деревом баньяна. И жена этого охотника очень хотела пить, но ночью, и Лакшман Деш сказал, я молодой человек, я могу пойти поискать воду и принести вам. Нет, не надо ночью ходить, но вы очень хотите пить, что же делать? Я, если вы разрешите, я пойду искать воду, может, где-то поблизости есть. Нет, мы не можем тебе позволить идти. Этот охотник с женой, они сказали, хотя бы очень нам хочется пить, но отпустить тебя одного мы не можем, тем более ночью. Хорошо. И утром только солнце перед за 48 минут до восхода солнца, и Лакшман пошел искать воду, а не было, некуда было набрать воду. А его руки очень большие, он взял воду и принес в своих руках. В ладонях и сказал, вот пейте, я воду принес. И так три раза он ходил туда. Он был очень здоров, и ладони у него были достаточно крупные.
И вот три раза он принес воду, и жена этого охотника выпила воду, а четвертый раз, когда пошел за водой, то смотрит, никого нет, куда-то пропали. И куда же пропали? И он увидел, что это не лес, так много людей воспевают святые имена Господа, много преданных, и где же он? И смотрит, где он находится, ты в Бхарат-Раджа, в храме Бхарат-Раджа, и как это возможно? Я в лесу был за тысячу миль от этого места, как это возможно? И он спросил Канчипура, и Канчипура сказал, что ты очень удачлив. Это не был охотник. Это был сам Лакшми, Лакшми Нарайана. Это не какой-то охотник с женой, это сам Лакшми Нарайана был. И он начал плакать от своей удачи. И Лакшми Деши таким образом был спасен по милости Лакшми Нарайны. И я хотел, забыл сказать вам то, что дядя по матери Рамануджа Ачарья, он был Шайлапурна, его звали. И когда Рамануджа Ачарья родился, то тогда этот Шайлачарья пришел в дом Кантимоти. Кантимоти – это старшая сестра Шайлапурны, Шайлапурна, дядя по матери. И вот Шайлапурна, он… Отец, родственник, в общем. His brother, younger brother, is Shailapurna. He is also, follow my point, Shailapurna is a disciple of Jamunacharya. Shailapurna is a disciple of Jamunacharya. И Шайлапурна был ученик Ямуначарьи, а Канчипурна, кого он пригласил к себе домой, до этого он был тоже учеником Ямуначарьи. Они все были учениками Ямуначарьи. И вот Шайлапурна, он дал имя, сказал, что его Лакшман Деши должны звать. Почему? Поскольку он родился, и он увидел все признаки Лакшмана. Шайлачарья, он посмотрел на этого мальчика и увидел все признаки Лакшмана. И поэтому сказал, что его имя должно быть такое, Лакшман Деши. Now I come back to the original. И вот возвращаемся к Рамануджачарье, чтобы из леса по милости Лакшми Нарайна он был спасен и обнаружил себя в даме Бхарат-Ачарья. Он был очень счастлив, что очутился там. И сейчас Рамануджачарья, он решил, что нужно жить ему очень осторожно, чтобы проповедовать бхакти также, поскольку Ямунадхарачарья был против него. И вот смотрите, когда И вот, когда этот его гуру с учениками вернулся, то они увидели Лакшмадеши там. Они были уверены, что он умер по дороге. И вот, когда Ядвачарья пришел, он увидел, что Лакшман там, и испугался.
и он сделал вид, что очень счастлив, видя Лаксмана. Лаксман Деши, он сказал, что мы думали, что ты помер по дороге, но ты не помер. И сказал, что приходи дальше учиться у меня. Лаксман Деши сказал, да-да, конечно. Но сам подумал, что лучше к нему не ходить, к этому гуру. И вот тем временем Лакшман Деши думал, как бы получить дикшу от Канчипурны. И вот он пошел к Канчипурне и попросил его, чтобы он дал ему дикшу. И Канчипурна сказал, как же я могу дать тебе дикшу. Я происхожу из низкой касты, но Лакшман Деши он сказал, что нет, я хочу только от вас получить дикшу и ни от кого иного, и что же делать. И тогда Канчипурна решил обмануть Рамануджачарью. И вот я забыл вам сказать, что по указанию отца и матери Лакшман Деши был вынужден жениться, и жена очень опасна была. Жена была настолько опасна, что она очень горда была, что я из семьи браманов, мой муж великий ачарья, и очень горда и надменна была. А Рамануджачарья, наоборот, был очень смиренный, круток. И вот Мадхвачарья также хотел доказать, что несмотря на то, что он происходит из чистой браманской семьи, он хотел следовать панчаратрик, этому правилам панчаратра. Панчаратрик видану. Но будьте уверены, что панчаратрик видан — это лучший видан в Кали-югу. Панчаратрик видан, он полностью научен. И все другие процедуры, они не настолько научны. И что такое панчаратрик видан? Панчаратрик видан значит, если вы приходите к садгуру, слушайте, слушайте внимательно, что я говорю. И вот если вы приходите к садгуру, садгуру, он примет вас в, согласно правилам панчаратрик видана. И согласно панчаратрик видану, те, у кого уже есть качество и сила, они могут следовать панчаратрик видану или могут не следовать, но все же Мадхвачарья хотел доказать, что панчаратрик видану самый научный, мы должны следовать ему. И Рамануджачарья также, и что такое панчаратрик видан. И вот согласно панчаратрик Видану, те, кто предаются садгуру, они молятся садгуру: «О садгуру, спасите меня, упанаяти». На санскрите Махарадж говорит. Упанаян, что значит? Упанаян самскара. И обязанность могущественного ачарьи взять ученика за руку и привести его к ведам, к Верховному Господу, абсолютной истине имеется в виду. И ученик должен с собой принести самит. Самит значит буквально дрова для огненного жертвоприношения. Но другое значение этого, этих слов – самопредание. И такова система, но суть в том, что с помощью панчаратрик видана, если у нас есть половина качеств или 80% качеств, то панчаратрик видана значит, вначале мы должны получить милость ачарьи и должны следовать наставлениям ачарьи, и сегодня или завтра вы возвыситесь на тот уровень, и это зовется панчаратрик видана. Может, у кого-то не достает каких-то качеств, но
постепенно, если мы следим Гурудеву, Садгуру и Вайшнавам, эти качества появятся в нас, и мы станем успешными. И Панчатриквидан значит самскара, значит какое-то совершенствование. Стремление к совершенству Рамануджачарьи, он происходит из высокой браманской семьи, но все же он хотел следовать Панчаратриквидану, который одобрен всеми авторитетными священными писаниями. И таким образом, когда Рамануджачарья был вынужден жениться, что делать? Жена была очень опасна у него, и Рамануджачарья так или иначе жил как-то. И когда Канчапурна увидел, что жена очень такая груба и не верит Гуру и Вайшнавам, то Канчапурна хотел у жены попросить такого благословения, чтобы... Она запретила ему получать дикшу от него, и поэтому он решил рассказать все жене, а жена как бы отругает мужа как следует и не позволит ему получить дикшу. И вот из-за самого смирения он... Then Ramanujaja, actually Lakshmana is crying in front of Kanchapurna. Then you are not going to give me diksha. Whom to? Where to take вот, diksha? Лакшмадеша спросил Kanchapurna. I can take permission from Balarama, Supreme Lord, and speak you up. Что если не от тебя получать дикшу, то от кого же? И Канчапурна сказал, что я спрошу Бхарат Раджа, Верховного Господа. И его Гурудев был Махапурна. И вот он пошел... А вот Господь сказал Канчапурне, что Гуру... Рамануджачарья должен быть Махапурна, и Рамануджачарья сказал, что где же он, и он пошел на встречу с Махапурной, и тем временем по дороге он встретил Махапурну, и Махапурна, он был учеником Бхарат Раджа. Махапурна, он был учеником Ямуначарьи. Шайлапурна, Канчапурна. Они все были учениками Ямуначарьи, великого Ачарьи. И таким образом он получил Панчаратрик Дикшу, все самскары прошел. И после этого, в один из дней, в храме Бхарат Раджа, Ямуначарьи, он захотел увидеть Лакшмадеши, и в то время слава Лакшмадеши распространилась везде, подобно аромату цветка. И Ямуначарья, великий Ачарья, он хотел встретиться с ним, поскольку он знал, что Лакшмадеши станет великим Ачарьей. И вот когда он пришел в храм, он увидел Лакшмадеши и увидел, насколько прекрасен он, насколько предан Господу. И он попросил, но он не смог. By chance, Ramanujacharya, I mean Lakshmadeva is coming, he had the chance to hear this Stotra Ratna, surely he is going to be attracted. It's a plan. Jamunajaja was speaking вот this, Ямуначарья сказал, and gone away. Gone. Своему ученику, чтобы он повторял стотра ратнавы или как. И Рамануджачарья, он когда пришел в храм, он услышал эту прекрасную стотру,
и подумал, кто же ее произносит, и он был удивлен, слыша такую прекрасную стотру. И когда эту стотру он, этот ученик Ямуначарья, он спросил, кто же написал эту стотру, ему сказали, что Ямуначарья написал, и он сказал, что я должен встретить того, кто написал эту стотру, и они пошли вместе к Ямуначарье. И пока они шли к нему, то узнали, что Ямуначарья уже умер. И они были очень опечалены, Махапурна и Лакшмадеши, они начали плакать и плакать. Они пошли на встречу с Ямуначарьей, но no smartha brahman can touch me, my body. It was a standing instruction of Yamunacharya. И Ямуначарья было таково, что после моей смерти будьте осторожны, внимательны. Никакие майавади, никакие смарта брахманы не смогут прикоснуться к моему телу. И вот, когда они пришли, то они увидели, что трансцендентное тело Ямуначарьи, он уже лежал на оставил свое тело, и его тело лежало, но три пальца были сложены, и Рамануджачарья поклонился ему и начал думать, что же это за знак, и за его и он подумал, что это три сложных пальца, значит, что три желания этого великого ачарьи, они еще не исполнены. И тогда Ямуначарья подумал, не Ямуначарья, а Рамануджачарья, он подумал, он пошел ко всем старшим преданным и спросил, что значит три сложных пальца его. Я думаю, что это три неисполненных его желания. И что это за желание? И он сказал, что и вот старшие преданные подумали и сказали, что наш ачарья хотел, чтобы общество следовало Панчаратрик Видану. I have commitment. I speak. I promise that I am going to fulfill this desire. И Рамануджачарья, он прикоснулся к трансцендентному, к его трансцендентному телу и сказал, что исполнит это желание. И тогда увидели, что осталось два сложных пальца. И следующий написать комментарии к Веданте, и Рамануджачарья, он опять прикоснулся к нему и сказал, что я даю обет, что я напишу прекрасные комментарии к Веданте согласно желанию Ямуначарьи, великого Муни. И вот, и они увидели, что один сложный палец остался, и какое же третье желание? Парашармуни написал историю Пурану, в которой он прославляет славу Верховного Господа. Он говорит о вечной взаимосвязи Дживатмы и Верховного Господа, но это все сложно описано, никто не понимает. И Ямуначарья хотел это все комментировать и перевести на простой и понятный язык. И Рамануджачарья сказал, что я обещаю, что я напишу слова и Вайшнава Авидан и комментирую это все. I am going to publish one dictionary. Then three finger. И когда он это сказал, третий палец тоже разогнулся.
и тех, Рамануджачари, он решил принять саньясу, и ну что делать, жена есть недовольна будет, и после того, как он получил дикшу от Махапурны, он попросил Гурудева: «О Гурудев, если вы будете здесь жить, я хочу служить вам, это очень хорошо». Я... И вот однажды, что случилось, жена Махапурны, жена Махапурны пошла набрать воду из колодца. И вот она... И к этому колодцу еще пришла жена Рамануджачари, и вот они поднимали это ведро с водой, привязанное с веревки, к веревке, и вот они поднимали, и... И вот так случилось, что вода брызнула с ее ведра в ведро жены Рамануджачари, и она, жена Рамануджачари, начала ругаться и возмущаться, что, что ты себе позволяешь, ты там из низкой касты, и вода с твоего ведра попала в мое ведро. Какое оскорбление. И вот, и когда услышал об этом, он решил, что завтра, он подумал, что завтра опять то же самое случится, и лучше... Лучше оставить это место и уйти в Канчапурну. И когда Рамануджачари пришел и спросил, что случилось, жена ничего не ответила, и потом соседи сказали, что случилось. И он узнал, что это случилось из-за его жены, и такое правило, что те, кто против вайшнавов, мы не должны идти к ним, и не можем есть в их доме и слушать харикатху, которые они говорят, о тех людей, которые против вайшнавов, те, кто совершает оскорбление Вишну и вайшнавов, и гуру. Оскорбляют. Мы даже не должны смотреть на их лицо. Мы не должны видеть лица тех людей, которые оскорбляют гуру вайшнава все время. Будьте внимательны. И вот Рамануджачари, он решил: «О, Бхаратрадж, благослови меня, как я могу избавиться от своей жены?» И вот он думал, и вот она же, Браман какой-то, пришел просить подаяние. И вот он пришел в, вот он пришел в дом. Вот он пришел в дом Лакшмадеши, Рамануджачари, в смысле спросить подаяние. Можешь ли ты прийти? И его жена была как ведьма, и выгнала этого брамана, и Лакшмадеши совершал баджан. И Брабан сказал, что я был в твоем доме, моя жена отругала, меня выгнала и сказала, что слушай, у меня план есть, какой план? Я могу дать тебе записку, что что я твой родственник, твой кто-то там, какой-то родственник выходит замуж, и тебя приглашают
на свадьбу твоего брата. И вот и тем временем Лакшман пришел, Лакшман Деши, и... И вот Рамон Джачарья посоветовал своей жене одеться как следует, украситься и идти на свадьбу, поскольку могут затянуться, поэтому лучше как следует одеться и нарядиться. И вот Рамон Джачарья, он принял омовение в Ананта Сароваре и принял саньяс от изображения Ямуначарьи. От фотографии Ямуначарьи. И вот так он от него получил три данди саньяса. И он начал проповедовать очень широко, раз опровергать Майяваду. И однажды он попросил Махапурну, своего Гурудева, он попросил прощения, чтобы жена так себя вела. Он изменился от его имени, сказал, что оставил. Оставил свою жену, бросил свою жену в искупление этого оскорбления. И он спросил, чтобы он рассказал значение этой мантры, поскольку во время дикши обязанность Гурудева рассказать вам значение дикша мантры. И его чувство, когда он повторяет эту мантру, и вот он пошел к своему Гурудеву и сказал, что я хочу узнать сокровенный смысл этих мантр. Гурудев сказал, что я очень доволен тобой, но есть мой брат в Боге, его зовут Гоштхапурна, и он обрел особую милость. И вот Махапурна говорит перед Лакшманом: «О, Лакшман, что сказать? У меня есть старший брат, его зовут Гоштхапурна. Если ты пойдешь к нему, он знает всю мистерию мантры. Конечно, я тебе могу рассказать, но лучше, если ты пойдешь и спросишь у него, поскольку мой Гурудев, Ямуначари, он дал ему эту способность. И вот он взял адрес, где он находится, и пошел на встречу с Гоштхапурной, который он был домохозяином. Его Гурудев тоже был домохозяином Махапурна. Ну и что из этого? И вот он пошел к Гоштхапурне, предложил ему свои полные распростертые поклоны, сказал, что он хочет узнать сокровенный смысл мантры, хотя я знаю, что я получил эту мантру от наставнической принципности, но я хочу еще узнать научные объяснения и сокровенный смысл этих мантр. Но Гоштхапурна 18 раз его обманывал, что сегодня времени нет, приходи завтра, опять завтра, потом я у Господа спрашиваю, не так, это все просто, и вот так и сяк, но Рамануджачарья все ходил к нему и просил, что не надо меня обманывать, а рассказывайте. И вот когда Гоштхапурна проверил его,
он понял, что не какой-то обычный человек, что он достоин узнать это. И сказал: «Хорошо, я тебе все расскажу, но одно но. Никому ты не можешь рассказывать смысл этих мантр. Ты обещаешь? Да, обещаю. Хорошо». И вот он рассказал сокровенное значение мантры. И вот Рамануджачарья вернулся в Канчипурнам, и перед 78 слушателями он громко рассказал эти мантры и значение этих мантр. И Рамануджачарья сказал, что я очень корыстен и не могу ничего сделать. И он сказал, что если, смотри, если я сам отправлюсь в ад, это пойдет. Но если я расскажу эти мантры, и слушая эти мантры, все эти люди спасутся, то я готов отправиться в ад. И Гоштапурна, он понял, что его сердце очень широко, и поэтому не стоит его ругать, и поэтому я благословляю тебя. И вот Гоштапурна, он также понял, что он не какой-то обычный человек. И поскольку с помощью этих мантр он хотел спасти живых существ и людей. И после этого Гоштапурна был очень доволен ими, им и сделал его ачарья. Он Рамануджачарья, да, сделал его ачарьей. И вот не только Гоштапурна был доволен, а Гоштапурна своего собственного сына отдал ему в ученики. И вот Гоштапурна, смотрите, он отдал своего собственного сына Рамануджачарья, чтобы он стал его учеником. И с тех пор один кузен его, Говинда, который спас его во время того случая в лесу, он тоже принял саньясу. И Рамануджачарья дал ему саньясу. 4 или 5 учеников в первое время было, вот первый раз. И Куреш, он позже был. С другой Говинда и еще кто-то, не помню точно. И Куреш был в следующей этой партии саньяси. Но Куреш, он стал один, он стал лучшим учеником Рамануджачарьи. И как мы можем судить об этом? Кто лучший ученик ачарьи? Как мы можем понять это? Кто же лучший ученик какого-то конкретного ачарьи? Шрила Прабхупад говорил, что если мы увидим, что вся сиддханта, вся чистота, все суждения, вся сиддханта, вся философия, все, весь характер Гурудева явился в каком-то ученике, то будьте уверены, что это лучший ученик из учеников того Гурудева. И Куреш, он был лучше, по его качеству мы понимаем, что он был лучше из учеников Рамануджачарьи. И Рамануджачарья сказал, что я дал обет, дал эти обеты, и сейчас я буду их исполнять. И вот первый обет он при... Он сделал так, что общество следовало Панчаратрика Видану. И потом он написал Шри Вашью комментарии. Bodhayan Acharya previously in writing a commentary on that, so I like to follow it first. Where it is actually, it is missing. It is missing. Those Mayavadi, they like to throw it away.
Because if Bodhananda somehow expressed, exposed, then nobody going to follow Mayavadi. И вот еще было Бодхан Бхашьяк какая-то. He could realize he is going to Sarada Pit in Himalaya near Badrinarayan Asa. Но Майвади они уничтожили этот комментарий, но. There actually Sarada Pit, they are taking rest. And they actually Рамануджачарья пошел в Гималаи к каким-то майявади, и они сказали, что хотим изучать Бодхан Бхашью. Мы слышали, но у вас осталось одна кожа. И они сказали, что нет ложь, нет никто. Ну, что это вам неправильно сказали, что на нас Рамануджачарья, он начал молиться Верховному Господу. О, Господь, что же делать? И ночью, в 2 часа ночи, Нисимхадев явился и дал эту Бодхан Бхашью, передал Рамануджачарье. Бери, я даю тебе, посмотри, изучи ее и напиши Шри Бхашью, и побыстрее еще уходи с этого места, они могут поймать и убить тебя. И вот, then Lakshman, I mean Рамануджачарья, Рамануджачарья и Куреш, они ушли с этого места, чтобы уйти из области этих майявади. Но днем они как-то узнали, что Бодхан Бхашья пропала куда-то. И не подумали, наверняка Рамануджачарья забрал. Они отправили 10 воинов, чтобы они убили их и забрали Бодхан Бхашью, поскольку проблема большая будет, если они ее захватят. И вот 10 хулиганов побежали на искать их и нашли, поймали, сказали, что отдавайте Бодхан Бхашью. И Рамануджачарье не оставалось ничего делать. Драться с ними они не собирались, и вот они забрали Бодхан Бхашью, убежали и ушли назад. Но этих хулиганов месяц заняло, чтобы их найти. Найти, чтобы найти Рамануджачарью. Вот когда они нашли, забрали Говинда Бхашью и ушли во свояси. И Рамануджачарья начал плакать, что же делать? О, Верховный Господь, ты благословил меня, дал мне благословение, но я потерял это. Что же делать теперь? Я не смог закончить. И Куреш сказал: о, Гурудев, не беспокойся, за этот месяц я запомнил всю Веданта Бхашью, я могу повторить слово в слово, что да, да, я прочитал и запомнил все. И вот за 3-4 дня я могу написать ее опять, так как она есть. И Рамануджачарья очень был доволен своим учеником. Intact, what was there? И вот он, написал потом эту Бодхан Бхашью, и Рамануджачарья благословил его, что он совершил прекрасное служение. И вот Рамануджачарья начал писать комментарии к Шри Бхашье. И кто же может остановить его? Вчера я сказал, кто может спасти нас? Кто, если Верховный Господь наш, Верховный Защитник, и вот Бодхан Бхашья так было закончено. На основе Бодхан Бхашьи он написал Шри Бхашью. И Рамануджачарья не только это, а Ямуначарья, он был, стал его главным врагом.
Ядавачарья. Не Ядавачарья, а Ямуначарья. А, Ядавачарья был врагом Рамануджачарья, но мать Ядавачарья, она была преданная Бхактимати. Она говорила своему сыну, что я получу дикшу от Рамануджачарьи, и что ты мне сделаешь. И мать Ядавачарьи, она получила дикшу от Рамануджачарьи, и тем временем по просьбе матери Рамануджачарья также смог изменить ум Ядавачарьи, и Ядавачарьи, он оставил Майаваду и получил не только дикшу, но и саньясу от Рамануджачарьи. А Говинда, он тоже был почти Майавади, но поскольку он с Майавади общался, Говинда очень хороший человек был, но с Майавади долгое время находился вместе. И Лакшмандеши, Рамануджачарья, он занял Шрипурну, его родственника, чтобы он объяснил ему, что к чему. И Говинда впоследствии получил дикшу от Рамануджачарьи и также саньясу. И таким образом Рамануджачарья очень широко проповедовал. И вся Майявада, она была разгромлена. И вот о Майяваде они иногда нападали на них, спорили с ними и часто не могли прямо спорить, но всякие гадости за спиной делали. И таким образом Рамануджачарья стал успешен и очень широко проповедовал Вишишта Адвайтаваду. И что значит Вишишта Адвайтавада? Кевала Адвайтавада значит Шанкарачарья. Кевала Адвайтавада значит один Брахма Сатья Джагат Митья. Но Вишишта Адвайтавад значит, сейчас я объясню основу этой философии. И вот они говорят, что и баджан каков, они следуют Лакшми Нарайне. Они не могут возвыситься выше, чем Лакшми Нарайна. Говорится, что они не могут понять настроение Рады Кришны. И сейчас можно сказать, что Рамануджачарья глупый ачарья. Нет, это по воле Верховного Господа. По воле Верховного Господа они могут только до этого уровня возвыситься, и все. По наставлению Верховного Господа Шанкарачарья вот до определенного уровня смог только проповедовать Рамануджачарья до другого уровня, Мадхавачарья, еще выше, но это не значит, что они ничего не знают. А мы спорим только с другом, но нет смысла в этом, поскольку Рамануджачарья был такая, в его философии Лакшми Нарайана наивысший, а в Панчаратри, мы согласно Панчаратри Гвидану, мы должны поклоняться ему, служить Верховному Господу и станем успешными в нашей преданности. И Рамануджачарья, он утвердил эти принципы. Его наставления очень известны и очень важны. В один из дней я могу более подробно обсудить его учение, оно очень обширно. Рамануджачарья сказал, что не приняв прибежище у чистого преданного, мы не можем спасти себя в этой жизни. Рамануджачарья сказал такие слова. Рамануджачарья сказал, что очень хорошо оставить тело, лучше оставить свое тело, чем жить с материалистами. И что Рупа Госвами подсказал? Барам мута бхопанджарантара вавастити. It is good
это хорошо, если вокруг... А что лучше сидеть посреди огня, чем общаться с материалистами, которые заняты только обретением материальных вещей. И вот Рамануджачарья и Ямуначарья, они дали такие наставления, что мы не должны общаться с материалистами. И если какие-то люди, оскверненные материей, если мы прикоснемся к ним, нужно принять омовение вместе со своей одеждой. И Махапрабху сказал, что если вы увидите какого-то майявади, вам нужно принять омовение с одеждой. И в Харидваре, когда я говорил Харикатху, там было очень много майявади. Ну, и что же делать? Я каждый раз принимал омовение. И есть много видов омовения. Я думал о лотосных стопах. Годева смотрел на солнце, вспоминал Вриндаван, Джаганатха, Патитпавана. Поскольку говорится, что есть несколько видов омовений, если мы вспомним Джаганатха, это лучшее из омовений. Вот в этой шлоке говорится, что тот, кто помнит Верховного Господа, тот воистину чист. И вот если вы будете помнить о лотосных стопах Джаганатха, это лучшее из омовений. И вот можно принять омовение в лучах солнца, в дожде, в реке, в каком-то водоеме, в пыли Вриндавана. В пыли Вриндавана это тоже омовение считается. И Рамануджачарья сказал, что если какие-то материалисты, которые находятся в одежде саньяси, носят тилаки малы, в форме вайшнава входят. И вот Рамануджачарья говорит, что если какой-то материалист, он носит одежду вайшнавов, то не нужно смотреть на него и общаться с ним. И если какие-то божества установлены каким-то непреданным, то мы не можем кланяться им. Рамануджачарья сказал, если какой-то Шива-лингам или какие-то другие божества установлены каким-то чистым браманом и вайшнавом, то они авторитетны. Иначе нет. И Рамануджачарья много вещей говорил, что, например, мы должны почитать Махапрасад должным образом. Но опять же, Махапрасад, он должен быть настоящим Махапрасадом, а не каким-то подобием. И говорится, что если мы примем крошку Махапрасада, то мы можем завоевать весь мир. И вот наш предыдущий ачарья Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакур Гуру Махарадж, Шрила Девгосвами Махарадж, он говорил, что не нужно всех и каждого отправлять в алтарную или на кухню. Это глупо, но это никто не следовал, но Шридхар Махарадж, Шридхар Девгосвами Махарадж, он говорит, что только те возвышенные, чистые, преданные, они могут готовить и подносить подношение и совершать арчану. И я много раз повторял, что нужно три места поддерживать в чистоте. Это Харикатху,
кухню, на которой готовят подношения, и алтарную, где совершают арчану. Если мы не сможем поддерживать в должном чистом состоянии, то они осквернятся и могут осквернить нашу жизнь. Например, если какой-то глупый пуджари занимается ерундой, вместо того, чтобы совершать арчану должным образом, то те оскорбления, которые он совершает, они затронут всех преданных, которые живут в храме. Still, I am doing archan. I am doing archan every day, so I could realize from then I am very alert. И вот я однажды Гуру Махарадж сказал, что я совершаю арчану, и поэтому вы все спасены. И вот однажды Гурудев сказал, что из-за того, что я совершаю арчану, вы все спасены. Ачарья, он очень могуществен. Если какой-то ученик совершил какую-то ошибку, то ачарья может исправить его ошибку. И любые оскорбления, которые совершаются на кухне, либо в алтарной, или на Вьясасане, эти оскорбления затронут вас, поскольку если вы живете в том храме, и это благо Гошти Баджана. Если есть какой-то великий ачарья, то вы от его баджана обретаете силу. Если кто-то совершает оскорбление, то часть этого оскорбления вам тоже приходит. И когда мы находимся в обществе, мы должны быть очень внимательны все время. Шрила Прабхупад сказал, и завтра я могу, или послезавтра рассказать сегодня, времени мало уже. И мы должны находиться в гармонии, чтобы жить в храме и следовать всем правилам и предписаниям. На Бенгале это называется то, что একে আশ্রয় বিগ্রহ অনুগতে বিষয় বিগ্রহ সেবা করিবেন এই দুদিনের জীবন মানলি অনলি এ লাইফ ইজ ভেরি শর্ট সো উইল হ্যাভ টু টেক ডিসিশন টু সার্ভ ইন এ ভেরি ব্যালেন্স ওয়ে সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট হোয়াট ইজ ইট মিন দ্যাটস মিন দোজ হু আর সিনিয়র ডিভোটি দে ক্যান গিভ কৃপা টু জুনিয়র ডিভোটি Not that junior devotee doing all nonsense, senior devotee can come down to their level and approve that kind of follow, idiocy. Not that. They misexplain. Maharaj, no patience. Maharaj can be idiot, foolish. Who told him? Huh? Who told? You will have to adjust with Maharaj. Learn. Not that Maharaj can leave his own position and calm down. То есть мы должны возвыситься до уровня гуру вайшнавов, и они должны опускать правила гуру вайшнавов на более низкий уровень. И вот согласно Вишишта Адвайта Ваде, Рамануджа Ачарья говорит, что безличный Браман, мы думаем о нем, и, но в этом бесконечном, этот бесконечный мир, это тело этого безличного Брахмана. И вот Рамануджа Ачарья говорит, что он, Рамануджа Ачарья, он принимает чит, ачит. Чит значит дживатма, ачит значит материя и Верховный Господь. Эти три главных вещи я более подробно в следующий раз объясню. Вот чит, ачит и Верховный Господь. И пара. Поро, бухо, буха, ачарья, ачарья, арча. И еще что-то. Five kind of manifestation of supreme law. Five kind of. И пять есть проявлений Верховного Господа.
И сегодня какой же главный принцип Рамануджачари? И Рамануджачари говорит, чит, ачит и Верховный Господь Брахма. И этот материальный мир – это особое… Это один из качеств Брахмы, Брахмана, иначе как мы можем понять? Рамануджачарья говорит, что это все, вся Вселенная – это тело Брахмана. Джива, они всегда отличны от Брахмы, но в то же самое время в этом мире этот мир, он является телом Брахмы. И этот материальный мир, он может нам указать на то, что Брахма есть. И поэтому это статва Сиддханта, так называется. Рамануджачарья говорит, что все вселенные – это Брахма, но мы знаем, что иногда… Если какие-то люди живут в каком-то царстве, то им нужно следовать указанию царя, иначе они будут сурово наказаны, если он не будет следовать царю. Но с Брахмой это не так. Во время разрушения, Рамануджачарья говорит, во время полного разрушения все творения, все творение, которое находится в Брахме, и подобно тому, как если какая-то птица улетит в лес, то ее уже не видно. Но птица, она там, в лесу, но ее не видно, она скрыта за лесом. И также это творение в тонкой форме, оно скрыто в Брахме. И иногда оно проявляется, иногда нет. Но Брахма, он не страдает ни от чего. Брахма, он всегда чист и безупречен. Брахма всегда чист, безупречен и не страдает ни от чего. И со своей... И вот Рамануджачарья, и вот хотя есть три вида дживатм, одни обусловленные души, другие. Освобожденные от влияния майи. One is bonded, another is mukta. А третий. Бадха, мукта и паршат, как гуру ади, спутники Верховного Господа, три вида джив. И бруху, орша, and another three I forget. Поро, бруху, Виграха. Виграха, Паро, Бухо, Арча. Арча means Виграха, but foolish. Another two. I speak by a forget. I can speak, no problem, never mind. And five from, actually. Vaibha. Paro, Bhuho, Archa, Vaibha. And another I forget. I can also remember, no problem. This way, и таким образом Кришна может Рамануджачарья говорит, что божества это не какие-то, это не божества Виграха, она живая, и Виграха, она может дать нам Ануграху. И эта Виграха, она может принять служение от нас, и это иногда случается во Вриндаване. Один великий ачарья, и Кришна Гопал Шинаджи, он говорил с ним, Гопал. Very important acharya, I forget.
И то есть можно иногда видеть, что иногда божества не разговаривают с некоторыми преданными. И вот там и вот и во время и вот и вот однажды этот Гопал разговаривал с Ачарьей, тут было 6:30, и нужно было арати совершать, и you can chide me, you can cheat me, that deity cannot cheat me. So I am going to do arati. First arati, then I can come back. You can wait or you can go, whatever you like. This is a relation with... Гопал остановил его, сказал, куда ты бежишь, какой арати. Но этот Ачарья сказал, что это Виграха более милостиво, чем ты. Ты можешь меня обмануть, а Виграха не обманет. И... to speak about Ramanujacharya, big Acharya. We today like to get kripa from Ramanujacharya, to get full kripa from him so that we can lead our bhajan life very freshly. Papanno, papanno jivanamrita, one book. И вот есть одна книга Прапана Дживанамрита на основе учения Рамануджачарьи. Она очень важна. И так или иначе, сегодня вчера я говорил о Сиддханте Мадхавачарье, она практически не отлична от Гауди Сидданты. Шадха прити тат прити мева ити бодишати гоура чандо свайам са ванча калпадаро сике пасили. Вчера я забыл сказать имя того преданного, его звали Тирпан Алвар. Он родился в семье Чандалов, но он был уважаем всеми браманами и вайшнавами, и ссылку на него дают Рамануджачарья при Канчипурне. И также я вчера забыл сказать то, что Верховный Господь, Он может явиться в пяти образах. Вот Махараш их перечисляет все. Арча значит божество, которому мы поклоняемся. Бивхаттатта, Антарьями и Арчаватар. This kind of five difference. И вот в этих пяти ипостасях Господь наш может явиться нам. And also, I was supposed to speak clearly и также я хотел сказать о том Ядвачарье, что сказал Лакшман Деша. Его комментарий был полностью неправилен. Это был комментарий Шанкарачарья. So actually he wanted to speak tasho. И вот он хотел сказать. Yatha kapyasam pundarikameva akshini. Tasho yatha kapyasam pundarikameva akshini. Yadavacharya wanted to speak, give this reference. И вот Ядвачарья хотел сказать о том, что лотосные глаза Пундарикакши, Верховного Господа, они похожи на зад обезьяны.
И вот он сравнивал их так. Лакшман Деши был очень опечален этим. Он плакал, и Ядвачарья спросил, чего ж ты плачешь? И он ответил, что вы так скверно, такой скверный пример приводите, и поэтому я плачу, слыша это. И Ядвачарья бросил ему вызов, а как же ты можешь это объяснить? Давай послушаем. И тогда Лакшман Деши сказал, he compared this way, and asdhatu atat kapyasam, that asdhatu is, you know, expansion, expression, two, both way you can speak. And Lakshman Deshi wanted to speak this вот way, that we cannot так, give this kind of dirty example, but такой скверный пример брать в сравнении с Господом, но нужно лучше, если сказать так, что Бог Солнца, Он может выпить воду и своими лучами может что-то осушить, а утром, когда Солнце всходит, то по милости лучи Солнца, лотос, он раскрывается полностью, такой полностью распустившийся лотос, он более подходящий, чтобы сравнивать его с глазами Господа. И вот лотосные глаза Верховного Господа, они подобны лепесткам такого полностью распустившегося лотоса во время солнечных лучей. И этот пример гораздо лучше. А Ядвачарья был разгневан таким объяснением, и он сказал, что что это не главное объяснение. И вот таким образом он был побежден, и потом еще раз Рамануджачарья переспорил его, а Ядвачарья захотел убить его и строил планы.